Выбирали президента, а заодно и территорию для благоустройства. В воскресенье ивановцы могли проголосовать и за общественные пространства, которые войдут в программу «Комфортная городская среда» в 2018 году. Здесь же можно было выбрать территорию на перспективу и проголосовать за фасад ЖД вокзала. У нас 3 бюллетеня. В первом 5 основных объектов для благоустройства города. Во втором 3 варианта фасада ЖД вокзала, а также дополнительный бюллетень с объектами для благоустройства, которые будут в дальнейшем проведены благоустройства. Напомним, в этом году претенденты на благоустройство 5 территорий. Площадь Ленина, набережная Уводи, мемориал Красная Талка, 2 сквера – Троицкий и Введенский. Прежде чем проголосовать, можно ознакомиться с дизайн-проектами. Суть рейтингового голосования – то есть отобрать те территории, которые максимально интересны жителям. И, соответственно, после этого будет заказана проектно-сметная документация. И только после этого мы уже сможем сделать выводы о том, сколько объектов мы сможем выполнить в 2018 году. Может быть, это будет один, может быть, их будет 2, и совсем вряд ли их будет 3. Логично, что горожане выбирали территории, где чаще всего они бывают сами. Гуляют с детьми, ходят на работу, дышат воздухом по вечерам. Микрорайон Московский. Московский, ну это там потом, если деньги останутся. Площадь Ленина и набережную Уводи. Площадь Ленина, думаете, здесь пора уже, да? Ну, конечно. Аллею Субиных выбирал, потому что мы здесь живем, да. И еще сквер, ну там меня в том районе вообще не интересует. Как там получится у нас? Поставил какой-то сквер. Мнения о фасадах ЖД вокзала тоже сильно разнились. Светло-бежевый вариант, по мнению одних, слишком прост и банален. Красный – пролетарский, агрессивный. Ну а серый – чересчур депрессивен. Мне больше по душе вот первый вариант. Он светлого цвета, благородный цвет. Хорошее впечатление, спокойные, не нервозные. Я думаю, что вот я за этот цвет, за первый вариант. Третий вариант, он более какой-то агрессивный, красный такой. Это больно серый, второй вариант, уж больно серый. У нас и так север, мало ясных солнечных дней, и вдруг серость вот эта вот. Все данные касаемо голосования за общественные территории переданы в мэрию. Результат будет оглашен во вторник, 20 марта. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.